Привет, друзья! Не мог пройти мимо резонансного суда над Ириной Фарион. Как известно, один из жителей Макеевки подал на нее суд за оскорбление русскоязычных. Я должен вас разочаровать этим неслыханным позором, потому что Ирина Фарион выиграла этот суд. Суд закінчився нашою тріумфальною перемогою. Суд відхилив вимоги позивача. Такие реалии возможны только в Украине, где суд отпускает человека, который целенаправленно уже 5 лет разжигает ненависть в отношении, можно сказать, половины, пускай даже 30% русскоязычного населения Украины. Ну, представьте себе, где-то там во Франции будут разжигать ненависть к англоязычным или немецкоговорящим. Я думаю, что очень быстро такого человека посадят. Боря, прізвище його не пам'ятаю, вибачте, він звернувся до Львівського суду, щоб притягнули Ірину Фаріон до відповідальності, начебто за образу русскоязычных. Кстати, поговаривают, что вот этот суд, который во Львове отпустил Фарион, он остался порошенковский. Там остались люди, которые приверженцы Петра Порошенко и его идеологии, вот этой самой армия, вера и мова. А він належить до цього племені Ботокуди, яке досі не визначилося. Да їхня батьківщина. Друзья мои, ну вот как это можно серьезно, скажите мне, обсуждать? Мы с вами, оказывается, племя. Вот все мы, вот я, вы, там еще миллионы человек по всей Украине, это племя, только потому что они говорят на русском, мы говорим на русском языке. А Фарион и ей подобные, я надеюсь, таких людей очень мало в стране, это, наверное, элита нации, да? Немає в ньому чести та гідності, позаяк людина з честю та гідністю, проживаючи в Україні, в час московсько-української війни, не стає рупором мовної політики Путіна. Як вам риторика? От ти русскоговорящий, все, ти, значить, плохой. На тебе стоїть клеймо. Це ведь не риторика 21 века. Это не риторика прогресса. На такой риторике, простите уже меня, но на такой риторике Сингапура не построишь на территории Украины. Это риторика действительно племен. Это риторика схожа с риторикой, которая была во время геноцида в Руанде. А захищає зі зброєю в руках свою малу батьківщину Донецьк, як це роблять наші воїни хоча б з батальйону Донбас. Батальон Донбасс, ты сказала, Фарион? Давай я тебе покажу, на каком, в том числе, языке разговаривал батальон Донбасс. Потому что по две стороны разные дым. Белый шел и черный. Посередине белый дым. Половина военных на Донбассе спокойно себе разговаривала на русском языке, другая половина на украинском. Все друг друга понимали, ни у кого никогда не было никаких претензий. Единственный, кто разжигает на языковой почве, это вот такие провокаторы, как Ирина Фарион. Ты называешься Оленка, яка красуня, ніколи не будь Альоною. Бо якщо ти станеш Альоною, дитиночку, треба пакувати валізи і виїжджати до Московії. Ну, без автоматки, нету любовника, нету мужа, ничего нету. Зверь между ног сидить.